Дорога вдоль набережной городского пляжа. Вверх тянется проспект Металлургов. И дороги здесь уже восстановили. Дороги шикарные. Чуть выше справа городской сад. И он сейчас находится в процессе капитального ремонта. А в эту сторону Слободка 1. Дорогу здесь еще не делали. По просьбе подписчиков, наша задача найти дом по адресу Котовского 200А и посмотреть, в каком он состоянии находится сегодня. На карте указаны номера домов в таком порядке. Первый дом — это 204. Следующий идет номер 200. А за ним вглубь 200А. Теперь нужно найти переулок. Как к нему пройти? Да, вижу на калитке номер 200. Интересный переулочек такой. Скорее всего, это дом 200А. Вижу, во дворе сушатся вещи на веревке. Значит, кто-то живет. Условия здесь, конечно, просто ужас. Судя по всему, кто-то здесь живет, друзья. Просто я увидел спящую собаку и решил отступить назад. Она вроде бы не была привязана. Раз уж я находился недалеко, решил посмотреть, в каком состоянии находится сегодня мост через железнодорожные пути, ведущий на пляж. Вид, конечно, красивый открывается на море. Мост еще не трогали, не восстанавливали. Красота. Отсюда видно, как наверху возводится Нахимовское училище.
Сейчас посмотрим, как восстанавливают лестницу, ведущую в городской сад. Лестница все еще в процессе восстановления. Отсюда видно профилакторий здоровья. Это высокое здание наверху. Его еще не восстанавливают. Здесь было кафе «Старый маяк». Оно выглядит полностью разрушенным. Но раз его огородили забором, значит, начнут какие-то восстановительные работы. Обтянули сеткой. Слева спорткомплекс «Спартак». Ух ты, как восстановили это здание. Внутри здания еще работают строители. Выглядит красиво. Зеленые газоны, здорово. Это дом по проспекту Металлургов номер 21, номер 23. Здесь ведутся восстановительные работы. Посмотрите, как выглядит следующий дом. Его не узнать. Он был полностью выгоревший. А сейчас... Вау! Все еще в процессе восстановления. Проспект Металлургов, 52. А улицу Апатова вообще не узнать. Это ПГТУ. И его корпуса. Обалденно выглядит. Все еще ведутся восстановительные работы. Итак, друзья, Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока.